Как вы знаете, 2019 год был объявлен годом молодежного предпринимательства в Казахстане. И мы очень рады, что руководством нашей страны принимаются меры по поддержанию молодежного предпринимательства. И, конечно же, наша ассоциация деловых женщин Казахстана не могла остаться в стороне от таких замечательных мер. Еще полтора года тому назад в ряды нашей ассоциации вступили молодые девушки-предпринимательницы возрастом до 35 лет и с опытом в бизнесе до 5 лет. Это молодежное крыло «ЖАС Канат». Именно с образованием молодежного крыла в нашей ассоциации назрела необходимость для принятия такого соответствующего инструмента, который бы облегчил меры взаимодействия, да, с молодыми предпринимательницами. С предложением ИБРР и с изучением мирового опыта нами был представлен ассоциации такой замечательный инструмент, как менторинг. Он очень популярен в мировой среде, а в Казахстане он только набирает свои обороты. В настоящее время уже полтора года как менторинг работает в нашей ассоциации и с тех пор набирает обороты. В настоящее время менторингом охвачено свыше 2300 человек. Менторинг – это такой популярный в мировой предпринимательской стране, среде бизнес-инструмент, который позволяет менторам и менти успешно взаимодействовать между собой для того, чтобы достигать определенных целей по поддержанию целей менти. В нашей программе определены основные принципы действия менторинга, такие как конфиденциальность, регулярность встреч, ответственность сторон за результаты. Я думаю, что это замечательно, что есть такие площадки, на которых опытные и начинающие предпринимательницы могут делиться своим опытом, делиться информацией, взаимодействовать. На таких площадках молодые предпринимательницы имеют возможность ознакомиться с успешными кейсами успешных предпринимателей и получить действенные инструменты для развития своих дальнейших бизнесов. Спасибо.